Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вы знаете, сколько Красноярску лет? Ну, 1628 год основания, ну, получается, уже прилично. Прилично. Да. Скоро будет 400, и уже планируют программу празднования Дня города. Но встал вопрос, кого пригласить из артистов. Вот вы лично, кого бы хотели послушать на День города, на 400-летие Красноярска? Кого пригласить? Честно говоря, Ярослава Евдокимова. Очень люблю, как он поет, исполнитель замечательный. Евдокимов, это который фантазер? Фантазер, нет? Я бы Горана Бреговича послушала бы. Вику Цыганову. Вику Цыганову с Гораном Бреговичем. У нее сейчас юбилей, да. К сожалению, его сейчас уже нет в живых. Хворостовский, хорошо бы было бы. Раньше нравился Игорь Николаев, Пугачева. А для моего возраста сейчас не знаю, кто может. Их, может, и пригласим? Пугачева? Да. Пригласим. Она как раз собирается в турне. У вас нет любимых исполнителей? Нет. Пугачева? Нет. Ну, я как фанючка BTS, пригласила бы, конечно, BTS. А но BTS это... Наших... Покажите, где там, где они? Вот это BTS. Да. Ничего себе. Извините, сейчас автобус ведет. Шатунов. Шатунов. Весь автобус плакал. Нино Катамадзе. Нино Катамадзе? А как она относится к Красноярску? Да никак. Музыка хорошая, а просто то, что приглашают. Наверное, что из классики больше, ну, классического рока я имею в виду. То, что люди любят больше, мне кажется, нежели современных исполнителей. Скорпионс, Лед Зеппелин. Нам денег на это не хватит, давайте будем честными. Но я думаю, что Би-2, Сплин, это красиво. Жигана. Какие песни? Жиган, Лимон, а это не он. Надо подкачаться. Надо подкачаться? А вы знаете слова? Нет. А я знаю, надо подкачаться, надо, нет, надо. Это, под... Да, это все знают. А все, а там, куплеты, я думал, больше нет слов. Там нет, есть куплеты? Ну, наверное, я не знаю. Би-2. Тоже Би-2? А вы? Земфира. Земфира и Би-2. Окей, с вас любимая песня Би-2? Компромисс. Компромисс? А как там поется? Ну, я сейчас не напрыг. Ржавеет под окном, разбитый телевизор. А и у Земфиры ваша любимая какая? Привет. Ромашки. Да, да, все. Земфира Би-2 есть в списке. Учитывая то, что много молодежь живет, и из Красноярска, может быть, кого-то, Элван, допустим. Он из Красноярска? Он же родом, да, из Красноярска, если я не ошибаюсь, Якутии, в Красноярске жил. Там вот есть песня, я не помню, только слова помню, там, где 23, а Майкл Джордан в рассвете сил, что такое. Там про Красноярск есть, про 99 автобус, по-моему. Поэтому... Ну, не Газманова точно. Не Газманова? А Дятлова бы послушал. Я бы хотела Лепса послушать. Григория? Да, Григория Лепса. А ваша любимая песня у него? «Самый лучший день» нравится. Мне очень много песен нравится, как он их исполняет. Лепс. «Самый лучший день» заходил вчера. Ночью ехать лень. Пробыл до утра. Все, проверку прошли, давайте 5. Лепса ждем в Красноярске на 400 лет. Спасибо.